Полина! 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 Ребята, всем привет! Привет! У нас похолодало. Да. Оделись. 13 градусов на улице. В общем, ребята, мы направились в школу. В школе сегодня у нас проходит мероприятие, там концерт. Выдача результатов тестов. У нас здесь девочки недавно сдавали тесты. И закончился первый семестр. Закончился первый семестр. Впереди зимние каникулы. В Китае система обучения отличается от России. То есть, если в России 4 четверти, то в Китае 2 семестра. И делится на летние каникулы, большие летние каникулы 1,5 месяца. И большие зимние каникулы. Вот сейчас месяц будут зимние каникулы. Так вот, впереди китайский Новый год. Он отмечается 5 февраля по китайскому лунному календарю. И в этот день все пытаются, или даже раньше пытаются уехать куда-нибудь себе в деревню, в другую провинцию, ближе к родне. Ну, отмечать, либо путешествие. Встречать Новый год, да, или либо путешествие. Закрываются фабрики, закрываются заводы, все магазины, и люди уходят на длинные-длинные каникулы. Под каждым видео про школу вы спрашиваете, сколько стоит обучение. Мы будем в каждом видео про школу повторяться. Мы платим за обучение 50 тысяч юаней в год за одного ребенка. Но эта плата фиксированная, то есть как мы начали платить, так мы и платим. Сейчас стоимость обучения поднялась, примерно 75 тысяч юаней в год за одного ребенка. Подходим, ребята, к школе. Слышится уже что-то там по микрофону говорят. В общем, какая-то движняк. Сейчас пойдем, поснимаем, посмотрим. И еще, кстати, сегодня будут результаты теста. Девочки писали тесты по китайскому, по английскому, по математике. И по этим трем предметам будут результаты от оценок. Они будут, ждем. Они будут измеряться в баллах. Я нервничаю. Как будто я свои результаты экзаменов жду. На себя пойдемте. Подходим на поле, здесь у нас выставили палатки такие, и проходит ярмарка. Концерт уже прошел, мы на него не пошли. Здесь, в общем, дети принесли какие-нибудь, ну, вещи домашние, ну, естественно, желательно новенькие какие-нибудь. И сейчас проходит благотворительная ярмарка. То есть все дети продают свои игрушки, они выставляют на аукцион, каждый класс. J2F. Получается, здесь этот класс выставил. Посмотрим, давайте. Даже вот есть что-то съедобное. Вот. Hello. Контейнер такой стоит 15 юаней. Пирожное стоит, допустим, 5 юаней. Все деньги пойдут на благотворительность, да? Да. Это, кстати, учительница наша, да? Вероникина учительница. По-английски. Yes. Yes. Привет, наша старшая кошечка. Ну что, что у вас там происходило? Концерт был. Концерт? Да. Что, что за концерт? Результаты тестов получила уже? Нет. Ах, жаль. А сейчас что будет еще? В класс пойдем, а потом мисс Кэмми скажет, выйдем и будем уже... А, покупки делать. Давай, беги скорее, водичку пей, и мы у тебя ждем здесь. Так, ребят, пока не разобрали, поснимаем, что здесь есть. Игрушечки. Здесь всякие снеки. О, родители сотню выделили потратить. Здесь что-то какое-то... Картошка фри, какой-то супчик. Супчик. Вот яйцо. Трусямбы можно купить. Это сок какой-то, смотри, налили из байсянго. Да, и это как маракуйя, да? Маракуйя. Маракуйя, сок маракуйя. Да. О, ляда сюда. О, ляда сюда. О, приз такой. Точилку можно взять, смотрите. О, рыбка. Сколько стоит? 10 юаней стоит. Понятно. Так, здесь у нас карамель и яблочко, кажется.
яйца перепелиные. Здесь книжки, игрушки. Слушайте, даже овощи можем взять, представляете? А здесь за 5 юаней можно ногти покрасить, смотрите. Блин, ребенок в шортах, я в шоке. Мне еще холоднее стало. Опа, чехлы можно на телефон, смотрите. Новогодние, смотрите. Привет, моя маленькая кошечка. Как у тебя дела? Знаешь, кто у меня купил набор? Кто? Мисс Нэнси, моя учительница. За 20-ку? Да. Ничего себе. А что за набор? Расскажи, ребята. Вот это там такие резиночки плести разные браслетики. Ага. Ну и все, иди трать денежки. Я тебе предлагаю деньги на книжечки, на ручечки не тратить. Купи что-нибудь вкусненькое. Такое, пироженки какие-нибудь. Давай. Так, смотрите, здесь можно за 1 юань, я так понимаю, да? Можно вот так вот поразукрашивать, смотрите. Кстати, новая фишка, мы только детям брали. И вот что получается. С 20 юаней здесь можно что-то себе смастерить. На, это тебе. Яичные тарталетки. Спасибо. О, Сидарка купил черепашку. Сколько? 15. Ой, какая прелесть. А мы уезжаем сейчас на целый месяц. Сколько стоит? 5 юаней. Спасибо. Ну что, как у вас дела? Потратили? Мы купили динозавров. Это которые в воде растут. И купили йогурт. Сколько осталось? Самодельный. Осталось вот 13 юаней. Так, что вы хотите купить? Вот такие вот цветочки красивые. Будешь ухаживать, да, Поля? Да, я буду ухаживать. 20 юаней стоит. 20 юаней. Поливать очень нередко надо. Практически не требует никакого ухода. Очень красивенько, да, по-моему? Ну, красиво. Мы цветы купили. Она сказала, что надо каждый день по чуть-чуть поливать. Живые цветы, что ли? Да. Сколько стоит? А сейчас мы пошли смотреть, как делают красивые китайские леденцы. Давай пистолет уже. Слушайте, ну производство впечатляет, да? А вкусно ли это, нет? Опа! Вот он, кстати, как растворяет. Сахар положил, смотрите. Ого, Кать, смотри, что я увидел в столовой. Посмотрите, здесь столовая. Полина с одноклассников. Почему ты здесь оказалась? Я не знаю. Когда-то мы не были в школе, и я просто пришла, такая, что новые картинки? Просто удачное фото, вот и все, иностранные ребятишки. Ну, очень приятно, мне очень приятно. Здорово. Катя делает фотки в Инстаграм. Кто не подписан, подписывайтесь на Катин Инстаграм. Смотрите, девчульки с покупками. Что, тебе в глаз солнце попало? Некоторые прилавочки уже распродали все товары, смотрите. Практически вот тут осталось-то раз-два, я обчелся. И идет подсчет выручки. Вся выручка направляется на благотворительность. Так, в общем, ярмарка для нас закончилась. Сейчас мы детей отдаем учителям. Сейчас пойдем с Катей дела поделаем. Нам нужно поделать небольшие дела. А результаты тестов пока еще нам не выдали. Они сказали, будут чуть попозже. Мы придем, заберем детей и результаты теста. Естественно, вам скажем, какие оценочки. Ну что, нам детей не отдали, да? Не отдали? Сегодня, ребята, последний день в школе. Вроде как можно было бы уступить, да, отдать детей, дать оценки, все уже готово. Результаты тестов и отдать нам детей, и мы бы пошли гулять, но... Но? А сейчас побежали за нашими кошечками, уже опаздываем.
У них уже закончился учебный день. Им должны сейчас выдать результаты. Уже выдали, они уже... Они знают даже они уже. Они уже, да. Вероника мне звонила и говорит: мама, я уже все исправила. Можно ты меня заберешь? Я говорю: дочь, мы в центре сейчас. Бежим. О, куртку нашла. А где она была? На стуле у меня лежала в классе. Ну вот так вот. А мы тебе еще одну куртку купили. Будет у тебя две куртки теперь. Ну давайте рассказывайте, какие оценочки у вас. Оценочки, оценочки. У меня по математике 88. 88. Ты хотела больше, да? Я хотела, чтобы там 90 с чем-то было. Хорошо. По китайскому 95.5. 95,5. Ой, мою умничку. А по математике 88. Какие? По английскому? По английскому у меня всего нету 100, у меня всего 80. У меня там... А почему по английскому так плохо? Алло? Нет, потому что... Нет, это у меня не баллов, это по английскому нету 100. Есть только 80. Максимальный балл? Да. А у меня только 79. Одного балла не хватает, да, что ли? Да, да. Правильно? Да. То есть она максимально 80 баллов, да, она 79. 79, набрала. Окей. Так, ну в целом нормально, да? Да, мам, в целом довольна? Хорошо, да. Ну, два. Математика 88 меня, конечно, удивила. Ну так, да? Да. Странновато, да? Странновато, потому что у Вероники очень хороший счет. Единственное, что она невнимательная. Так, давай, девушка, твоя очередь. Есть чем похвастаться? Сразу говори. Есть что-то плохое? Можно самые большие сейчас? Нет, давай с плохого начинаем. Китайский. О, боже. Сколько? Китайский 73. А по математике 93, да? Маловато, да? А по математике 92. Это мы уже слышали. Да. Молодец. Молодец. А по английскому у нас тоже нету 100. У меня 78. Ну ладно, 78. Ничего. Окей. Чё, китайский почему так плохо? 73. Полина! 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 Все, я предлагаю оставить ее здесь на каникулы, а мы поедем на Бали. Нике тут грамоту какую-то дали. За что? Не помню, за что там какая-то... Бали, что значит Сяо Тьен Цхай? Типа очень... Ну, какая-то молодец, я не знаю. Это я его открыла, там он был в яичке вот таким маленьким, вот таким. Ага, вот таком, вот да? Вот таком, да, да, яичке. И... Я постучала там по одному твердому месте, оно чуть-чуть треснуло, я его открыла, и там такой маленький динозаврик. Динозаврик. И его, динозаврик. Он в воде будет расти. И мне тоже. Мне тоже подарили грамоту. Сяо Тьен Цхай. Сяо Тьен Цхай. За хорошую учебу. Молодец. Аплодисменты. Вот, вот прямо смотрите, Лина, мое прямо. У меня тоже такая грамота за хорошую учебу. Хорошо училась? Да. Вот. Смотрите, какой пакет выдали, там результаты тестов, да? Да. У меня к тебе вопрос, у тебя 73 балла по китайскому. Вывод какой, что ты должна подумать о чем? Я думаю, что у меня в следующий раз будут больше баллы, и я буду... больше там читать книжки и больше учиться. Больше заниматься по-китайскому, да? Сейчас позвони Джеку и скажи: Джек, мне нужно позаниматься побольше по-китайскому языку. Джек, ни хао, я тоже Джек, 你好, 我今天语文考了95.5, 今天数学考了88, 今天英语... А у нас, ребята, сборы. Выставил все оставшиеся чемоданы. И у нас получается два больших чемодана и два маленьких. Один большой чемодан оставили в России, чтобы его не катить.
зря пустым. Денис приехал, с семьей встретился. Возможно, сегодня вечером с ними увидимся, поздороваемся, спросим, как дела. И, ребята, кто красавчик, кто убрал елку уже? Мы это сделали. На крещение. На крещение убрали елку. Обычно это происходит где-то в марте у нас, на 8 марта, да, наверное? Да ничего подобного, мы всегда в январе убираем елку. Да, конечно. Конечно. Вообще, ребята, пишите, кто елку уже убрал. У нас, смотрите, целый отсек у меня заняло именно всякие ласты, подводные маски, под водой глазеть. Такая вот морская всякая продукция, что ли, как сказать. Девочки тут, в общем, расслабляются, сидят. Так, нам сказали от комаров еще средства взять. Мы взяли вот такие вот штуки, в розетку вставляется. Вот такая вот штуковина. Бум. Будем защищаться от комаров. И также спрей взяли от комаров, потому что это вот очень важно. Также я, смотрите, собираю этот рюкзак только чисто под технику. Так, что еще? А, вот мне попались на глаза перевод прав, хотел с вами поделиться. Он нужен для того, чтобы мы могли перемещаться, ну, двигаться, в общем, законно двигаться на Бали. Наверное, будем снимать машину, может быть, байк и так далее. Продолжаем собираться. Что? Ты же купил этот. Осмо? Осмо. Да фигня полная. Осмо. Так, и в общем на вопрос, где Денис? Помер Денис, помер в секте. Сразу же, Денис, ответьте хейтерам. Дружим мы еще или нет? Нет, все, развелись. Все, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Хейтеры, такого насочиняли. Реально, Макс, отойди. Реально, если собрать весь тот бред, который я читал в интернете о себе вообще, о семье, о Щекиных, о других наших друзьях, можно такую фантастику снять, обалдеть. Давай как-то отдельный ролик про это запилим. Да, точно, точно. Какие планы-то вообще на жизнь в Китае? Нашим зрителям что-нибудь расскажи. На Филиппины. А? Отдохнуть, первый план. Второй на Филиппины, снять много интересного. Да, мы же, кстати, уезжаем. У вас 27-го, мы, да? Через неделю, а вы завтра, да. Да. Вы, кстати, видели, нет? Две китаянки прошли и такие показывают. Это, говорит, все ваши, говорит, четверо детей? Я говорю, да. Они такие, вау, говорит, молодец. Я говорю, они те ржут. Двигаемся, машина идет. Так что, дети, вы все мои сегодня. А я ваш папа сегодня. Для китайцев это вообще немыслимо. Четыре ребенка, это вообще что-то невероятное. Что вы делаете? Конфеты едим. Ой-ой-ой, сладкоежки. Вот такие карандаши. Ой, замечательно. Что у нас тут происходит? Могу стриптиз танцевать. Слушай, Лена молодец, мужа постригла. Одевает. Побрила. Во всех местах. Вообще красавчик, да, после севера, да? Для себя. Бармалей такой приехал, смотри. Ну что, подходит нормально? Одни штаны вообще идеально. Ну не видишь, что ли, стриптиз? Ой, сейчас, представляете, выйдет такой красивый, бравый парень. Я уже плейбой помею. Плейбой, ее. Но они хорошие, они всякие. Сколько стоит, кстати? 79 юаней. Не позорься. Вау, 79 юаней. Вообще подожди, тогда не все. Дешево. 55%. Нет, это на Calvin Klein и Tommy. Так, почем? 69. Они буквально вот тут, я их это... Ты будешь, короче, здесь в ресторан ходить, да, который рядом находится, и сюда, в этот магазин. Да, вот скоро они завезут летний ассортимент. Она прячется от камеры? Где? Слушай, мне нравятся джинсы, рубашка. То вам не нравится, да, рубашка? Тебе самому-то нравится вообще, нет? Мне еще пофиг, в чем ходить. Хоть в трусах. Хорошо вам съесть. Вам на Филиппины. Давайте, пока-пока. Пока-пока. Быстрее. Хорошего отпуска. Что такое? Все, ребята, мы дома. Кстати, как вам Денис? Хорошо себя чувствует, похудел, кстати. И я надеюсь, что больше комментариев не будет. Где Денис? Денис здесь, в Китае, с семьей. У него все хорошо, снимает видосики. Так что смотрите его канал. Дети, наверное, спать, а мы будем дальше чемоданчики собирать. Да? Ну все, ребята, не забываем подписаться. Впереди перелет. Завтра полетим на Бали.
Обязательно перелет поснимаем, покажем первые впечатления о Бали, поснимаем, естественно, все виды, всю экзотику. Вообще впервые туда едем, говорят, там круто, красиво, все такое. Все, ребята, подписываемся на наш канал, ставим лайки. Всем пока! Всем пока! Пока! Пока!